Всероссийский турнир по самбо собрал лучших борцов в Самурской области в городе Благовещенске. Три самбиста с детско-юношеской спортивной школы города Амурска заняли почетные призовые места. В честь 76-летия борьбы 16 ноября 2014 года амурские спортсмены два дня соревновались в Благовещенском спорткомплексе «Юность». Там проходил 16-й дальневосточный турнир по самбо среди юношей 1999-2001 годов рождения. Соревнования были посвящены также памяти мастера спорта СССР, отличника народного образования Виктора Лиховра и 50-й годовщине основания самбо и дзюдо в Амурской области. Наша команда была из трех человек, отборолись все достойно, втроем вышли в финал, показали, что такое Амурск. Я боролся три раза, отборолся все схватки, считай, хорошо. В финале я боролся с мальчиком очень сильный, но выиграл его быстро. Больше всего горжусь не собой, а командой, то, что мы показали такой результат. Ну вот, мы приехали с дальневосточного турнира по самбо. Я занял первое место, вышел в финал с Благовещенцем. И выиграл 1-0. Ой, когда выигрываешь, сразу идет, ну, счастье как бы. Стремился к этому. Хочу большое спасибо сказать тренеру Марку Ильичу, то, что он меня воспитал. Тренировал меня все эти годы, все 8 лет. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Свободного, Белогородска, Амурска и других городов Дальнего Востока. Борцы соревновались в 10 весовых категориях. В своих весовых категориях Рамил Заманов и Виталий Волков заняли первое место. Второе место завоевал Андрей Афанасьев. Помимо того, что они заняли призовые места, они, как говорится, боролись с очень сильными, опытными своими соперниками. Потому что команда Амурской области на данный момент считается одной из сильнейших команд на Дальнем Востоке. Наши ребята не подкачали наш город, нашу команду. Я очень доволен им. Дай Бог успехов в спорте, чтобы такие результаты были всегда у всех учеников наших. С 20 по 22 декабря 2014 года в городе Хабаровске проходило первенство и чемпионат Хабаровского края среди юниоров и мужчин по борьбе самбо. Среди юношей первое место занял Анатолий Деркач. Среди мужчин первое место занял Давид Кирвалидзе. Благодаря упорным тренировкам не только на секциях, но и в свободное время ребята смогли добиться высоких результатов и красивых побед. Ирина Жданова, Сергей Жиренков, телеканал Амурск.